Подполковник запаса Новиков Алексей Николаевич, 27 лет выслуги, уволен из вооруженных сил с формулировкой с оставлением в списках на обеспечение жильем. Я живу в офисе, то есть работаю в коммерческой структуре, уже уволен из вооруженных сил. После работы, соответственно, остаюсь там и там ночую. Поэтому, чтобы выразить свой протест, я принес с собой палатку и хочу показать министру обороны на результаты его горе правления. Что за позор ты устраиваешь? Давай. Палатки мы не пропускаем. Основная идея сегодня, вот чтобы из того здания чиновники военные увидели этот пикет, узнали о том, что 200 тысяч офицерских семей по всей стране сегодня остались без жилья. Состав военнослужащих и членов их семей по случаю проведения митинга армия против Сердюкова построены. Вольно! Мы всех призываем прийти на выборы в обязательном порядке, получить бюллетень. Это сегодня, 4 декабря, наше оружие, бюллетень. И проголосовать так, как надо. Союз военных моряков говорит, за все политические партии, которые отражают интересы народа России. Но кроме Единой России, возьмите на Единую Россию, пальцем закройте эту строчку и голосуйте. И за КПРФ, и за это, и так далее. Тот, кто за Единую Россию, мы всех выгнали из Союза военных моряков. Они не наши товарищи.